Салют, друзья! Ой, сегодня мы с гонщиком Чейзом будем открывать целых 3 очень классных набора «Щенячий патруль». Давай ты пока превратишься в Ромчика. Дед, можно набор огромный построить. Вот если построить эти все наборы, то можно делать так, чтобы дорога пересекалась с железной дорогой. И мы это все сегодня сделаем. Да, давай теперь откроем трек с таким набором. Да. Он у меня рукой срается. Инструкция выпала уже. Первую мы достали вот такие наклейки. Это явно будет для дороги. Вау. Ого! Вау! Смотри! Ого, какой диск большущий. Я знала, как его строить. Давай построим мостик. Такой трек у нас вышел. Ну, можно вот так ездить. Если крутить, то можно включать зеленый или красный. Будет вот так. Вот такая башня. Ого! Что там еще есть? Прикольно. Можно ее тоже вот так. У тебя целых 2 машинки теперь таких. Кто там еще? Кончик. Яху! Это кто у нас? Зума. Ой, крепко держится. Зума. Вот такая Зума, да? Я буду спасать. Ехал Рокки однажды на машинке, и вдруг он провалился. Вдруг едет Крепыш. Ох, Крепыш как быстро поехал. Чини этот мост. Давай. О, молодец. Едем на базу. Вау, как круто. Так, берем второй набор. Они все прицеплены. Вот такие же наборы. Повороты, да? Ага. Вот там как это можно строить. 2 прямых, 1 влево, 2 прямых, 1 влевая. Я все сам сделаю. Еще мы забыли машинку и рот, и домик. Ой, он сам достал. И сам открылся. Тут есть такие вот отверстия. Мы так поняли, что это нужно найти ответ. Это ферма. О, смотри, мы поставили. А тут еще какая-то кнопочка. Смотри. Вот так делать. О, у нас уже 2 вот таких набора. Вот паровозик у нас, Крепышок. Любишь паровозики? Да, 2 Крепыша у нас будет. Один в машине, один в паровозике, да? Какой вагон классный. Ну что, открываем? Тащи. Ух ты. Тут будет перекресток и не один. Это платформа. Сюда люди приходят, чтобы сесть на поезд. Ворота какие-то. А с этой стороны что, камни? Камни. Это влево, это прямо, да? Прямо. Теперь. Опять прямо. Вот эти камни. Его делает, а он подцепляется под этими штучками маленькими. А под ним прямо. А тут влево. О! Железная дорога, щенячий патруль. Дорога. Ой, а тут еще одна штучка была. Кстати, вот такая. Он вот так перекрывает машинам дорогу. У нас таких вот 3 набора получились. Ты сразу будешь объединять их, да? Буду. Вот, ты там мост поставить решил? Вот. Паровозик. Пропускает. Вот такой у нас город получился. С целыми станциями, смотри, поездами, машинками. Смотри.
свою команду. На том сюда не едет. Время останавливается. Видишь, поставили машину. О, видишь, как тяжело. Из таких трех наборов получился один большой город «Щенячий патруль». В нем ездят поезда, ездят машинки, в нем есть башня наблюдения. И в нем живут все герои «Щенячьего патруля». Если вам понравилось это видео, ставьте мне лайк и смотрите мой канал. Всем пока!